Если назрела необходимость поменять дома трубы, то я вам не завидую. И не потому, что вам это будет сложно сделать, а потому, что сегодня легко запутаться в выборе труб. Всем здравствуйте, с вами Дмитрий Язов и программа «Если завтра ремонт». Сегодня разговор пойдет о преимуществах и недостатках металлопластиковых труб. Металлопластиковые трубы являются воплощением новаторских идей и вошли в обиход совсем недавно. Эти трубы, можно сказать, являются продуктом высоких технологий. Давайте для начала поговорим о преимуществах металлопластиковых труб. Прежде всего, они обладают высокой антикоррозионной стойкостью, поэтому не зарастают отложениями. И кроме того, они химически абсолютно нейтральны. Думаете, это все? Далеко нет. При монтаже эти трубы не требуют сварки или нагрева. И даже легко гнутся вручную. Это позволяет обойтись без точной подгонки линейных размеров, так как трубы из металлополимеров способны легко огибать любые выступы наших неровных стен. Попробуйте то же самое сделать с остальными трубами. Но если вы не победитель Мистер Вселенная, то у вас вряд ли это получится. Такие трубы поставляются в комплекте с оригинальной арматурой, которая не только облегчает монтаж, но и позволяет стыковать эти трубы с любыми другими трубами или приборами. При желании им можно найти абсолютно другое применение. Ну, мне кажется, наши умельцы смогли легко бы сделать из этого самолет. Металлополимерные трубы имеют практически неограниченную сферу применения. Они не теряют своих качеств, когда используются при температуре от минус 40 до плюс 95 градусов. Могут применяться как для холодного, так и для горячего водоснабжения, а также при монтаже систем водяного отопления. Эти трубы очень долговечны, их средний срок службы более 50 лет. Пожалуй, единственный серьезный недостаток металлопластиковых труб зарубежного производства – это их дороговизна. Еще они требуют для монтажа фирменных соединительных элементов, а также специального комплекта инструментов. Впрочем, отечественные умельцы с успехом заменяют специальные ножницы обыкновенной ножовкой по металлу. Следует отметить, что металлопластиковые трубы до последнего времени выпускались только зарубежными компаниями. Но сейчас ситуация в корне изменилась. Причем отечественные трубы не уступают в качестве и значительно дешевле. Это была программа «Если завтра ремонт» и Дмитрий Язов. Удачного вам ремонта!